Пока выпускники сдают экзамены, многие их младшие товарищи отправились на летние каникулы за пределы Ямальского района. Заполярные поселки постепенно пустеют, и если в будни, направляясь на работу, мы еще чувствуем, что в отпуск уехали пока не все, то выходные на улицах уже как-то тоскливо. Моя коллега Татьяна Журавлева выясняла, чем ямальцы будут занимать свой летний досуг. Снега все меньше, солнечных теплых дней все больше. И это значит, что погода уверенно взяла курс на лето. Да, с опозданием, но приближающийся ледоход, а также прогноз на ближайшую неделю, все это говорит о том, что лето будет. Чем занять себя и своего ребенка? Ответы на поставленные вопросы ищем вместе. Очередной сезон на этой неделе закончился на ледовом катке. Популярная площадка отдыха для иерусалимцев вновь подтвердила свою востребованность. На протяжении всего учебного года каток не пустовал. Юные атлеты упорно шли к достижению новых вершин. Фигуристы и хоккеисты готовились к кружным стартам, оттачивая на родном льду элементы владения коньком. Во время массовых катаний и проводимых праздников на ледовом катке было шумно и весело. В январе с рабочим визитом иерусалимский лед посетил даже экс-губернатор Ямал-Ненецкого автономного округа, ныне министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин. Ледовый каток ушел на летние каникулы и вновь откроется уже в новом учебном году. Работники культуры, не зная устали, продолжают радовать ямальцев своими мероприятиями на протяжении всего летнего периода. Количество проводимых ими праздников, акций, флешмобов год от года только растет. Уже в эту пятницу, 1 июня, массовики-затейники приглашают на День защиты детей. Запланировано много всего интересного. Праздник для ребятни состоится при любой погоде, отмечают организаторы. В случае сильного ветра или осадков мероприятия перенесутся в здание Центра национальных культур. Начало в 17 часов. Ну а в целом этим летом обязательно состоятся все традиционные праздники – День России, День молодежи, День семьи, любви и верности и другие. Летом 2018 года продолжит свою работу проект «Добрые сердца», в рамках которого волонтеры молодежного объединения «Молодежный ритм» под руководством работников культуры посетят поселки Ямальского района. Жители всегда с удовольствием ждут их приезда, ведь в эти дни северные поселочки словно просыпаются. Проект действительно уникальный, и это надо видеть глаза жителей, детей. Когда мы проехали первый раз с проектом, с нашим, было удивительно, что дети приходят не одни. Приходят целыми семьями, даже не семьями, а поколениями. Вновь юных иерусалимцев работники культуры приглашают в походы одного дня. В прошлом году вылазки на ложе природы или посещение чума отлично себя зарекомендовали. Также планируется привлекать к таким походам и другие организации, работников спорта, например. Каждый поход будет носить свою определенную тематику. Это будут и этнографические походы, и экологические, и направленные на здоровый образ жизни. В общем, каждый поход будет носить свою тему определенную. Центр «Арктика» является едва ли не главным спортивным объектом в Ярселе. Сюда ежедневно приходят, как говорится, все от мала до велика. На протяжении учебного года днем спортивный зал занимают воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Лидер». Вечером на секции волейбола, футбола, настольного тенниса приходят взрослые. Спортивный зал что будет происходить в этих стенах летом? Также планируем непосредственно в стенах спортивного центра «Арктика» запустить спортивные игровые площадки для детей и их родителей. Здесь, по задумке руководства центра, разместятся батуты – излюбленное развлечение для каждого ребенка. О времени запуска и работы спортивно-игровой площадки будет сообщено дополнительно. Услуги платные. Что касается бассейна, по правилам эксплуатации каждое лето сооружение закрывают на месяц-полтора для проведения технического обслуживания. Так будет и в этом году – с начала июля до середины августа. Информацию можно получить по номеру 31217, это администратор, и на нашей официальной страничке ВКонтакте. Тренажерный зал открыт для посетителей на протяжении всего лета. Время работы остается прежним – с утра до позднего вечера. Обращайтесь.